Привет! Уверен, то, что многие новички не знают, что такое эффект скорости в Resumo Ultimate 2. Я тоже когда-то об этом не знал, а даже когда я ее нашел, эту штуку, то я не умел ей пользоваться. Странно почему, ведь она очень легкая в освоении. Ну и сейчас я покажу, как этим пользоваться. Вот у меня есть вот такая анимация удара. И я хочу сделать удар в слоумо. Мы заходим в эффекты скорости и выбираем нужный кадр. Вот, мы выбрали нужный кадр. И теперь по промежутку от начала слоумо до конца нужно поставить точки. Точки ставятся двумя нажатиями на кадр. Вот большая белая полоска жирная, это тот кадр, где вы сейчас находитесь. Вот, вот так вот расставляйте и двигайте вниз, если хотите слоумо. Ну и примерно вот так получается. Что ж, ну теперь представим то, что у нас есть вот такая анимация сальто. И нам кажется она медленной, что так и есть. Мы заходим в те же эффекты скорости. И выбираем нужные нам кадры, как я уже рассказывал. Расставляем точки в нужных местах. И двигаем их вверх, если хотим сделать быстрее. И получается примерно вот так, вот как на фоне показывает. Если вам все еще кажется это медленным, вы можете зайти и выкрутить еще выше. Там, в принципе, можно хоть быстрее в раз 10. Ну и получится вот такое нормальное сальто. Также можно и замедлить его. Берем и двигаем точки вниз, и получается замедленная сальто. Ну вот и все, вы узнали, как пользоваться эффектами скорости.